Магазин VipTime.ru представляет мужские наручные часы от бренда «Восток Европа». Данная модель получила название «Ракета». Часы выполнены из бронзового корпуса. Он покрывается патиной со временем. То есть получается, все часы будут уникальны, иметь свой индивидуальный рисунок. Можно ее рассмотреть поближе. Вот уже, в принципе, идет реакция. Задняя крышка у часов стальная, прозрачная. Через нее видно механизм. Данная модель механизма впервые используется в часах «Восток Европа». Это калибр Seiko NE57A. Из дополнительных функций здесь присутствует индикатор даты в положении 6 часов, а также центральная стрелка, которая показывает запас хода. То есть, когда мы заводим часы вращением заводной головки, эта вот стрелка движется в направлении максимального завода. Максимальное время хода около 40 часов. Заводная головка у часов завинчивается на резьбу. Стекло минеральное, утолщенное, толщиной 4 мм, К1. Его очень сложно поцарапать, но возможно, поэтому лучше осторожнее. В то же время, в отличие от стандартного сапфира, его очень тяжело разбить. То есть напомню, что часы «Восток Европа» принципиально не используют в своих часах сапфировые стекла, как стекла, которые легко бьются. А часы все-таки выдерживают такие достаточно экстремальные условия использования. Ремешки для часов «Восток Европы» изготавливаются на небольшой фабрике в Италии. Это полностью ручная работа. Такие ремешки вы не встретите ни на одних других часах. Достаточно интересная форма пряжки. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.